Сегодня Всемирный день доброты. Сегодня Международный день слепых. В 354 году сегодня родился блаженный Августин, один из отцов-основателей церкви. Теолог, философ, скептик. Он уверовал только в 33 года. И первая в истории человечества автобиография была написана именно им. Он назвал ее «Исповедь». Она до сих пор вдохновляет людей не только на жизнеописание, но и на поиск смысла жизни, является одной из вершин мировой литературы. В 1805 году сегодня в Австрии мясник по фамилии Лик придумал сосиску. А в 1856 году сегодня родился Чарльз Уорд, первый в истории человечества кутюрье. Это именно ему манекенщицы обязаны появлением своей профессии. До Уорда манекенщиц не было, как не было и показов фасонов, потому что до Уорда наряды шились только ради заказчицы и для заказчицы. В 1940 году сегодня Гитлер вызвал к себе Геринга и приказал ему подготовить авиацию для удара по Советскому Союзу в мае 1941 года. И в этот же день, именно сегодня, он принял советскую делегацию во главе с Молотовым, где говорил о том, что нападать на Советский Союз не собирается. В 1918 году сегодня советское правительство аннулировало Брестский договор, тем самым разорвав Белоруссию на части. А в 1856 году газета «Витебские губернские ведомости» сегодня вышла с объявлением. Фотография для снятия портретов бывшая господина Бергера, усовершенствованная, с правильным художественным светом, продолжается у господина Комта на Подвинской улице в доме господина фон Гюбенталя в городе Витебске. Насколько сегодня известно, это первое дошедшее до нас по хронологии упоминание о том, что фотография триумфально вошла в жизнь города Витебска. Сегодня 13 ноября 2019 год, вечерний Витебск, 19:00. Начинаем. Добрый вечер. Здравствуйте и привет, Наташа. Привет. А вот скажи мне, пожалуйста, как давно ты была в фотоателье? И бываешь ли там вообще вот сейчас, в 21 веке, что должно тебя заставить туда пойти? Можно я тебе задам, отвечу вопросом на вопрос? А что, у нас до сих пор существует фотоателье? Ну, хорошо, такая небольшая фотостудия, где тебя сфотографируют, где, ну, не знаю, может быть, мне когда нужно что-то на документы, вот это 3x4, и точно, вот с таким посидеть лицом не очень удачным, как потом выясняется, то я отправляюсь туда. Ну, а есть еще, я знаю, семейные всякие фотосессии делают для детей, там обустраивается какой-то интерьер, деток туда помещают, там фотографируют, потом этим делятся в интернете. Ну, скажем так, когда мне пришлось менять фотографию в паспорте, да, я там была несколько лет назад. Ну, да, и на этом все. Как-то собственными силами приходится обходиться. Ну, и получается не хуже ведь, правда? Не знаю, Вань, не знаю. Меня всегда терзают смутные сомнения. Мне кажется, что профессионала бы получилось лучше. Да. Но, с другой стороны, не всегда же можно с собой там взять путешествие профессионального фотографа, да, который будет сопровождать. У знаменитости это получается, у нас нет. Ну, а когда-то единственная возможность, в принципе, как-то сохранить себя, как-то, не знаю... Для потомков. Для потомков. Хотя бы какой-то минимальный фотоальбом, наверное, для себя сделать, это было пойти в фотоателье, там, выдержать, не знаю, 10 минут, пока щелкнет этот затвор, и потом уже наслаждаться. Да. Но все равно мне кажется, что эти фотографии, вот те фотографии, самые первые, они все-таки были другими и относились именно к вот этой художественной постановочной части по-другому. И свет, мне кажется, все-таки был продуман по-другому. И многое другое. И как раз вот сегодня в нашей передаче, мне кажется, мы сможем это обсудить. И, возможно, мы все-таки, ну, я не знаю, для себя сделаем какие-то выводы. Права ли я, что все-таки профессионал в любом деле это лучше, чем не профессионал? Или все-таки мы уже все стали профессионалами к нынешнему времени? Ну, вот сейчас и будем выяснять. В том, что касается фотографий. Да, это вечерний Витебск. Начнем? Начнем. Сегодня в нашей передаче мы будем говорить про Сигизмунда Юрковского. Очень многие знают это имя и понимают, что оно самым непосредственным образом относится к Витебску. Сигизмунд Юрковский, фотограф из Витебска, изобревший
щелевой затвор. Нам сегодня объяснят, что это такое, многие так понимают. В общем, сделавший практически революцию фотографии. И он наш земляк. Для того, чтобы о нем рассказать, к нам пришли Оля Давидовская, главный хранитель фондов Витебского областного краеведческого музея, и Василий Прудников, фотограф, фотожурналист, член Союза журналистов Российской Федерации, издатель, куратор выставок, автор и руководитель культурного проекта «Руспрессфото», создатель и куратор международного фестиваля фотографии «Фотокрок» имени Сигизмунда Юрковского. В Витебске. Конечно, мы понимаем все, что в Витебске, даже если это фигурирует в названии. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый. Очень давно хотелось нам сделать передачу про Сигизмунда Юрковского, потому что мы довольно часто говорим о людях, которые в нашем городе оставили огромный след не только для города, но и вообще для человечества. И вообще, как говорят многие приезжающие в наш город, оказывается, в Витебске родились, женились, бывали практически все главные люди планеты. Ну вот, еще раз придется в этом сегодня убедиться. Да, совершенно точно, Наталья. Витебск становится, и я уверен, станет. У Витебска появится еще одна точка притяжения, как и Марк Шагал, среди художников. Это фотографии. И личность такого же масштаба, высокого полета и мастерства, и сделавший наш Витебск, внес в историю фотографии, мировой фотографии, наше место замечательное. Это точно. Оль, ну вы как музейщик, как не просто музейщик, а хранитель фондов краеведческого музея. Расскажите нам, пожалуйста, именно про личность Юрковского. Ну что это за человек? Откуда он взялся? Как он появился в Витебске? Ну, все, что известно. Потому что мне почему-то кажется, вот я прочла эту замечательную книжку, да, Людмилы Хмельницкой, очень хорошая книга. Тут уже сделала я закладочки, но это мои закладочки. Я, может быть, нам удастся сегодня кое-что процитировать. О нем не так много известно. Да, вот и Людмила Владимировна на самом деле и указывает об этом, что вот до вот этой работы так достаточно серьезно, полно, мало кто из исследователей занимался, практически никто. И несмотря на то, что Сигизмунд Юрковский был известным человеком и в Витебске, и в Российской империи в определенных кругах, есть на сегодняшний момент остаются белые пятна в его биографии. Например, до сих пор неизвестно, где он родился. Год мы уточнили благодаря Людмиле Владимировне, 1833, а место рождения остается неизвестным. Как и то, почему он приехал в Могилев, где он учился в гимназии, и почему именно Витебск он выбрал в качестве места своего проживания, опять же, после работы в Могилеве. То есть еще много вопросов, на которые, я надеюсь, еще будут найдены ответы. Вот. Ну а как, что касается наследия Юрковского, то в нашем музее, в Витебском областном краеведческом, хранится достаточно большая коллекция фотографий его, можно сказать, большая, потому что в других музеях, насколько я знаю, единичные есть фотографии. В Минске, в историческом музее, в других каких-то. У нас хранится 45 фотографий его. Это и вот они у нас портретные снимки, и открытки с этих фотографий. Ну а если мы будем говорить о самом Юрковском, вот мы не знаем, где он родился, но какой-то волею судьбы оказался он в Могилеве. Там он учился, там он закончил гимназию. И тоже, вот как пишет Людмила Владимировна, оказывается, учился он плохо. Вообще-то многие люди, часто бывает, да, которые нас смотрят, они скажут, наверное, потом, зачем вы все это читали, вот как он учился, какие оценки у него были. А я хочу прочитать, потому что на самом деле, наверное, не так важно, какие оценки у человека, а самое важное, как он потом реализуется. Да. Да. Вот смотрите, осталась баловая книга с отметками учеников Могилевской гимназии за 1848-49 год. И ученик пятого класса Сигизмунд Юрковский. Закон Божий, годовая отметка 4. Закон Божий, катехизис 4. Закон Божий, нравоучение 3. Древняя история 3. Немецкий язык 2. Перевод с немецкого на русский 2. Перевод с русского на немецкий 1. Французский язык, грамматика 2. Перевод с французского на русский 2. Перевод с русского на французский 1. Латинский язык, грамматика 2. Перевод с латинского на русский 3. Перевод с русского на латинский 2. Словесность, риторика 3. Математика, геометрия 3. А вот... Рисование. Да, а вот рисование всегда неизменно 5. Ну и, в общем, ничего страшного, перевели его с дополнительным экзаменом в следующий класс. Ну,
бывает. Не страшно. Зато человек сумел изобрести. А что плохого в этих оценках? Творческий человек. Но они же все выше нуля. Все оценки положительные, правильно? Но значит, что-то человек знает. Все отлично. Да. Ну вот действительно, почему он здесь оказался? Вот у меня такое ощущение, что Витебск действительно обладает какими-то притягивающими чарами для творческих людей. И Юрковский в метаниях в Санкт-Петербург, Могилев, вернулся в Могилев Санкт-Петербурга, потом искал, куда бы ему отправиться, просто уехать из Могилева, закончить эту чиновничью службу, которая его присытила. И вот он стал выбрал... юристом, он учился на медика, да? То есть мы все-таки должны сказать, то люди подумают, что прям вот пропащий человек. Нет, конечно. Но канцелярская работа его просто высушивала. И он вот прямиком в Витебск отправился. Как в свою очередь и Репин. Он же выбирал места для своих дач. Да. Очень красивые, как живописец. И у него несколько дач по Российской империи, одна из них в Витебске. И вот они недаром потом дружили. Ну, возможно, он слышал что-то о Витебске, либо ранее бывал в нашем городе, может быть, ему понравилось, он решил здесь основаться, потому что он, как, на тот момент, когда Юрковский приехал в Витебск, он уже был женат, ему было 33 года, у него была жена, трое детей, и он нашел средства, опять же, неизвестно откуда, чтобы основать фотостудию, а ведь это было очень дорого в то время. Во-первых, собственный дом, в котором находилось его ателье на улице Замковой, и, как мы знаем, на паспорту нанесен даже адрес Замковая 21. Дом не сохранился, конечно, к настоящему времени. Во-вторых, дороговизна материалов, оборудование. Плюс человек должен был обладать и способностями, и умением, чтобы работа, которую он выполняет, была востребована. То есть вот как бы сечение всех этих обстоятельств вот, оно так повлияло на то, что ателье Юрковского просуществовало в нашем городе 35 лет. На то время, наверное, и сейчас тоже, это, можно сказать, рекорд, потому что все фотозаведения, которые в 1860-е годы открывались в Витебске, они существовали несколько лет буквально. Год, да, два, и три закрывались. И закрывались по разным причинам. В основном это, конечно, был денежный вопрос. Вот, а Сигизмунд Юрковский сумел удержать вот, первенство на протяжении 30 лет, более 30 лет. И познакомился он и с Сементовским, известным здесь у нас, влиятельным человеком. Да. Может быть, как пишет Людмила Владимировна, дружбы не случилось, но тем не менее друг с другом раскланивались и как-то, возможно, все-таки друг друга все-таки продвигали и на выставках на каких-то, и в каких-то журналах, потому что Юрковский, он не просто был фотографом в фотоателье. Безусловно, это давало ему какой-то доход, но он еще и занимался наукой. Ему было это очень интересно, все то, что он делал. И у нас, кстати, есть вот несколько фотографий даже самого Юрковского. Вот давайте мы на него посмотрим, потому что фотографии разных лет. И вот приехал он к нам в Витебск, вот, наверное, вот таким. Ну да, это где-то 70-е годы. Причем фото явно сделано в каком-то другом ателье, не в его. Наверное. И вот если мы будем смотреть еще, вот есть несколько портретных фотографий. Вот тоже как интересно. Ну, видимо, в ателье он работал не один, были помощники, которые вот на этом портрете его вот на этом он выглядит как настоящий общественный деятель, коим он и являлся. Да. Активно занимался общественной работой, депутатом. И в Витебске очень много именно доброго сделал вот на общественной работе. Да, занимался этим. И видно, как человек... взрослеет, что ли, да? Вот как меняется видимо, лицо. В городе он был, потому что сколько, 5 или 4 раз он забирался депутатом городской думы и состоял в различных общественных организациях. Ну, тоже это говорит о многом, о том, что человек пользовался и уважением, и почетом, и был известен в Витебске. Безусловно. Вот вы сказали про помощников. То есть там в какой-то момент он просто перестал работать, из-за него делали всю работу помощники, или, не знаю, там объемы работы выросли настолько,
что они ему действительно помогали? Помощники? Я думаю, что на первых порах сложно сказать, но в конце, вот когда уже незадолго перед закрытием его ателье, вернее, не закрытием, а он передал свое фотозаведение одному из своих помощников, Владиславу Островскому. И на некоторых оборотных сторонах фотографии мы можем увидеть, что написано «Фотография Юрковского, фотография Островского, бывшая Юрковского». То есть уже там, к концу века у него в фотозаведении работали. А вот скажите, если мы будем говорить именно о паспорту, то есть об оборотных, о спинках вот, фотографий, вот мы сейчас их увидим, это ведь тоже было своего рода произведением искусства? То есть вот эта вот обратная целая сторона придумывалась? Да, вот на этой фотографии мы видим, наверное, скорее всего, изображение дома, в котором жил Юрковский. И вообще фотографы того времени старались на своих паспорту, украшенных наилучшим образом, запечатлеть и награды, которые они получали за преуспевание вот в своем роде деятельности, и оформить их наиболее ярко, красочно, привлекательно для клиентов. А что касается Юрковского, наверное, я, например, по крайней мере, не знаю ни одного фотографа, который бы так разнообразно вот, оформлял оборотную сторону своих фотографий. Но это тоже подчеркивает его творческое, не только коммерческое направление, но и повод для смены дизайна спинки, как вы ласково сказали. Я думаю, что получение очередной награды, которую стоит ввести в дизайн карточки, паспорту, да. И это было, я думаю, веским поводом изменить обложку. А она у него менялась часто. Ну, это своего рода реклама. Конечно. Да. Ну, это как, карточки реклама. Сегодня, как визитная там карточка. Там же помещалось, что форматов, что негативы хранятся. А это там тоже говорит о том, что солидная студия, раз негативы что хранятся. По желанию заказчика любых размеров там выполняются фотографии. То есть вот всякие возможные рекламные такие, слоганы, как мы сегодня говорим, они помещали фотографы того времени на свои фотографии. А мне еще интересно, я тоже прочла тут в одной из его статей, что он, в общем, как и современные, наверное, люди, он говорит о том, как тяжела участь провинциального фотографа. Потому что к тебе приходит клиент, который видел, как фотографируют, допустим, в Петербурге и в Москве. И ему совершенно все равно, какое у него лицо, какая у него одежда. Он хочет так, как он видел там. И к вот его, вот этому лицу, которое там, не знаю, совершенно не подходит, например, к какому-то аристократическому интерьеру, нужно пририсовать какую-то виньетку, именно ту, которую он хочет. И из этого из всего получится бог знает что, но пришел человек и хочет клиенту вот именно так. А клиент и что всегда хочешь прав, с этим делай. Вот, что характерно, клиент всегда прав, и для Юрковского это было. Ну, в целом, мне кажется, вот он настолько был творческим человеком вот во всем, да, и думал о том, как наиболее удачно расположить человека в кресле или в интерьере своей фотостудии. Вот о паспорту мы поговорили. Ну, то есть, мне кажется, что он все время, всю жизнь что-то искал, экспериментировал. Ну, это на самом деле было так, иначе он не изобрел бы шторно-щелевой затвор, о котором мы сегодня уже упоминали. Да, ну, кто-кто о Юрковской, о посадке клиента знал, наверное, лучше всех, потому что именно он написал целый научный труд, как фотографировать арестантов. Да, вот. Это же была его тоже общественная нагрузка. Да. Вот. Но здесь он не только как творческий человек проявил себя, но и как коммерческий, как человек, как предприниматель, радеющий за качество своей продукции. Наверное, поэтому он сохранил работу своей студии столь долго. А что он сделал? Вот мы сейчас обсуждали, как в угоду клиенту поступить, исполнить его желание. Но он проявлял такие качественные желания, исходя из технических средств. То есть он сделал ноу-хау, которого не было ни у одного в витебском ателье, как минимум. И почему у него так много было клиентов? Он нащупал момент, что фотографии после печати, лица плывут на них. И поэтому он изобрел особый крой фотобумаги для печати карточек.
не экономичный, вот так вот, а по диагонали, когда карточка вот так вот режется поперек волокон. И тогда лицо на изображении не плывет после многочисленных промывок, а бумага была альбуминовая, несовершенная, растяжимая. И вот это давало ему большую клиентуру. Я даже заложила себе, чтобы прочесть. Я знаю по опыту, писал он, что такое отрицательное свойство бумаги, как вот растяжение или сужение лиц, не всегда необходимо бывает устранять. А напротив, бывают случаи, и довольно часто, когда этот недостаток становится достоинством. Да, да. И дальше он сообщал о том, что приноровился печатать вытянутые лица на бумаге, которая растягивается в ширину, а круглые на той, что вытягивается в длину. Этим он смягчал недостатки объектива и вызывал чаще всего удовлетворение клиента. Вот, на опережение шел. Ну это же здорово, да? Не вот просто, фотошоп, да, копирование. Это же вам. Конечно, ручной фотошоп. Да, 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 да. И он придумал, как человека сделать красивее, чтобы, безусловно, человеку нравится. А про арестантов он писал, что, во-первых, с ними нужно разговаривать очень уважительно, без. Нельзя позволить себе насмешку или что-то, и тоже придумал, как их фотографировать так. То есть, если здесь в обычной фотографии человека нужно было сделать красивым, то там нужно было сделать его узнаваемым дальше. И придумал ему профиль и три четверти. Это ведь тоже, ну, я не знаю, мне кажется, наверное, до сих пор используется там в каких-то специальных структурах, потому что так, наверное, правильно. Вот опять же парадокс. Я так думаю, 35 лет существовало ателье, да? Казалось бы, должно сохраниться огромное количество фотографий. И тем не менее, их не так много. Ну, известно, по крайней мере, порядка 100. Где-то в интернете, как-то вот в музейных коллекциях. Я уверена, просто где-то в частных домашних архивах, конечно, есть фотографии, да, Ярковского и в нашем городе, и в других городах. Ну, конечно, собрать их это нереально. Но я думаю, что у нас еще ждут открытия в этом плане, что мы будем находить и хотя бы в электронном виде базу фотографий Ярковского можно формировать. Но, впрочем, сейчас можно в семейном архиве покопаться, перевернуть фотографию и с обратной стороны посмотреть. Вот то, о чем мы говорили, там же будет написано, да, ателье Ярковского. Конечно. По-разному оформлено, может быть, но. Вот когда мы готовили первую экспозицию музея фотографий имени Ярковского. У нас есть Витебский музей фотографий Ярковского. Да, поговорим еще. То мы представили уникальную коллекцию фамильной фотографии из семьи Медалье. Это семья раввина, Витебского раввина и впоследствии главного раввина СССР. Так вот, в этой коллекции, когда я отбирал экспонаты для выставки, там три фотографии Ярковского было, снятые. Но они дружили, раввин и Ярковский. Там были многие другие представлены, но вот Ярковского больше всех. Ну, у него же есть и портрет архимандрита, насколько я помню, тоже. Ну, может быть, я немножечко сейчас тут соврала, надо свериться с источниками. И пока мы будем смотреть, я посмотрю. Мы же можем с вами посмотреть фотографии именно Ярковского. Вот хотелось бы портреты посмотреть, потому что это действительно такие потрясающие лица. И детки, и взрослые. Это его дети, Ярковского. Это его дети, да. Сын Эдмунд и дочь, наверное, Виктория. В интерьере его фотостудии. То есть, наверное, и когда их нужно было, чтобы они долго сидели и смотрели, он и придумал затвор, да? Нет, они действительно долго сидели, но та фотография, которая вот была вот перед вот этой, вот там именно вот эта вот диагональная... Они посажены криво. Вот, да. Это тоже было не характерно для вот пост того времени. Тоже очень многие журналы даже смеялись над тем, что существует там три или четыре позы, в которых вот люди сидят на фотографии. Там или она мечтательная, или она там какая-то сановная такая поза и так далее. А вот это вот именно такое. Над своими эксперименты проводить проще, чем над чужими. Детей вообще сложно было фотографировать. Да. Это сейчас сложно, чтобы получился хороший снимок, а тогда тем более. Это дети витебского архитектора Кибердина, тоже в интерьере фотостудии Ярковского. И это тоже дети Кибердина. Ну, а это вот Репин Илья Ефимович, которого мы сегодня упоминали, и который тоже был клиентом известного витебского фотографа. Кстати, самую первую фотографию Репина, как сейчас бы сказали, Ярковский запорол. Вот, заказ. Я тоже где-то это слышала, что считается, что она... Наверное, от волнения. Ну, а может, от настроения? Может. Ну, в
Зато вот фотография, сохранившаяся с изображением Репина в мастерской, где он работает над созданием картины, да, «Искушение Христа», благодаря этой фотографии известно, как выглядело это полотно, поскольку оно на данный момент утеряно. То есть там такая, конечно, впечатляющая работа. И Репина, и Юрковского. Ну, конечно, да. А фотографии пейзажные? Ведь это тоже не очень характерно для фотографов того времени, пейзажи. А у Юрковского их достаточно много. Он почти сразу на улицу вышел со своим фотоаппаратом. Вот приехал в город в 66-м году, в декабре получил разрешение на открытие фотоателье, и уже в 67-м году появилась первая, известная на данный момент, серия видовых фотографий с изображением Витебска. И некоторые фотографии мы можем посмотреть. Да, мы сейчас их увидим. Да, 67-й год, это и вот, да, снимок с Духовской горы на центр города. Именно уличная фотография сподвигла созданию шторного затвора, не салонная. А, все, я понимаю. Это уже почему. Это вид с башни ратуши, да, на площадь Свободы, видна башня Воскресенской церкви. Вид с Успенской горки на улицу Толстого сегодняшнюю, тогда улица Подвинская, губернаторский дворец. Какой он был совсем же, да, не такой? Да, еще без памятника, конечно. Потому что антураж другой, вообще вокруг все по-другому, поэтому и он кажется таким, наверное. Может быть. Двинский мост, недавно построенный, введен в эксплуатацию, тоже попал в объектив фотографа Кировский ныне. Ну и визитная карточка Витебская, Ратушная площадь. Юрковский, да, и вид на Успенский собор и улицу Толстого нынешнюю, ну, узнаваемый как вид. Как сейчас. Да, вот Ирковский, наверное, один из первых использовал вот эти точки обзора, ракурсы, которые сегодня уже мы можем назвать хрестоматийными. А он тогда впервые их освоил, что называется. Он их нам подарил. Ну, потому да, что да. Вот смотрите, сейчас пока рассматривали фотографии Витебска, я подумал, может быть, не знаю, как идея, могла ли быть причина, почему мало фотографировали там природу, город, в том, что эти фотографии сложно было продать. Когда приходит человек, его сфотографировал, и вот они деньги. Ну, человек – деньги. А здесь это либо нужно было продать почте, наверное, какой-то, да, либо какому-то художнику. Ну, то есть, ну, нужно было дальше еще с ними поработать, чтобы получить доход. А удовольствие – это не дешевое фотографировать. Или это сейчас выдумка такая? Ну, мысль в этом есть. И логика, конечно. Ханя, ты не безнадежен. Были такие почтовые карточки, фотографы работали для них, действительно, по заказу агентств, типографий. Это было. С видовыми. Но они уже позже появились, фотооткрытки, позже, да. Но зачастую на этих фотооткрытках Посткарт. Использовали более ранние фотографии, сделанные в более раннее время. Я хочу реабилитироваться, если позволите. Я нашла фотографию, о которой я говорила. Это епископ Полоцкий и Витебский Антоний. Вот я даже могу показать его фотографию. Тоже Антонин, человек... наверное. Антонин. Антонин, да. Конечно, да. Покажу фотографию, потому что человек для Витебска очень-очень много сделавший. Ну, она, по-моему, в историческом музее в Минске находится, оригинал этого снимка. А если мы будем говорить о Юрковском как изобретателе? Вот Ваня нам сказал, что он понял, почему Юрковский изобрел этот самый затвор. Вот, ну, скажи свою версию. Ну, потому что на улице все движется, и для того, чтобы запечатлеть это все в виде фотографии, а не размытым, да, каким-то изображением, наверное, конечно, нужно было вот что-то оптимизировать. Расскажите, Василий, что было до, а потом что стало после? Ну, можно сказать так, что с изобретением затвора все фотографы спустились с гор, образно да. говоря. Ну, почему? На улице города. Потому что раньше, чтобы сфотографировать вид города, нужно поднимались фотографы на возвышенности, и ходящие люди внизу не создавали вот такое движение. Да, смазы и антиэстетику. Издали, то есть, они... если кто-то двигался, фотография получилась смазанная. Mm-hmm. Даже если мы увидим какую-то фотографию до этого изобретения, где стоят люди, это их предупредили и попросили стоять, не двигаться. И если лошадь передвинула, переступила ногами, то у нее будет 6 ног. Если мальчишки стали вертеться, то вместо мальчишек будет размытое пятно. Или наоборот, вообще все исчезнут, потому что на длинной выдержке человек проходит, и он не оставляет следа на изображении.
Есть такой даже особый эффект, прием видеосъемки, фотографии особенно, когда наполненная людьми комната, но главное, чтобы они ходили, снять пустым. Здорово. Это возможно. Волшебство. Да, но тогда это было наоборот, конечно, минусом, а не художественным средством. Вот. Но изобретение короткой выдержки, то есть он укоротил секунду, можно сказать. Он поделил секунду, его затвор поделил секунду на части. И фотографии стало доступны движение. Это схема, да? Схема, на которой мы можем понять. Да, это схема понять. Затвора при пластинке внешнего устройства, не внутреннего. Вот давайте посмотрим сейчас на самом фотоаппарате. Который он изобрел в 1882 году. А потом, после усовершенствования, он сделал уже прототип шторно-щелевого затвора, который в камере и используется сейчас. А это затвор, который европейские коммерсанты, по сути, своровали на изобретение Юрковского, незапатентованном. Как это бывает очень из-за часто. Из-за проволоки чиновников. Да, из-за проволоки чиновников. В общем, очень долгое время считалось, что затвор придумали на Западе, а это сделал Юрковский. Да. Об этом написано в учебниках везде, то есть это понимают, признают, но коммерческая слава досталась другим. Ну, каким надо быть человеком, да, чтобы ради вот изобретения, созданного для всех, пожертвовать именем собственным. Но все равно это имя вернулось, да. И о нем все знают. У вас в руках фотоаппарат. Покажите нам, Василий, пожалуйста, на фотоаппарате, что это такое. Потому что каждый представляет, да, что когда, не знаю, кто фотографировал вот на таком фотоаппарате еще, что когда происходит фотография, происходит такой шлеп, щелчок. Да, это яркий представитель советской фототехники, ФЭТ, который комплектовался вот такими шторно-щелевыми затворами. Здесь шторка из прорезиненной ткани. Чёрный. И в момент спуска она открывается, и когда фотографу нужно, она закрывается. То есть это мгновенно происходит, поэтому... Да, это может мгновенно, а может по желанию фотографа, смотря какую выдержку мы поставим. Если автоматическую, то она отработает свое время сама. Угу. Дождется, пока человек примет. Но суть затвора в том, что шторки следуют одна за другой, определяя определенной ширины щель. Угу. И от ширины щели зависит выдержка, будет она длинная или короткая. Но для человека, для фотографа, который снимает, это упрощает задачу, безусловно, и для того, кого он фотографирует, потому что вот этот напряженный взгляд, когда долго человек ждет, когда наконец это все, самая ужасная минута во время фотографирования, она сегодня у нас сократилась до мгновения. Да, но вы знаете, в то время это не могло идти все отдельно. Это комплексная задача, и если бы они изобрели такой затвор, допустим, на лет 5 раньше, то он, походу, не сыграл бы. Потому что для такой короткой выдержки это, конечно, замечательно, но нужны соответствующие фотоматериалы, которые имеют достаточную чувствительность, чтобы отобразить на снимке, на фотографии изображение. Ведь короткие выдержки – это мало света, а в студиях его всегда очень мало. И только на улице в хорошую погоду, при ярком солнечном свете, можно было использовать такой. Но потом, как раз в конце 19 века, светочувствительные материалы, они очень сильно... Тогда все очень и отдельно, и в комплексе фотоаппарате вместе развивалось быстро. И оптика, и конструктив камеры, и химические материалы. Все это по отдельности разрабатывалось, но усовершенствовалось. Вот.
в идее фотографии. Но ведь этот, это изобретение, оно практически действовало, наверное, до изобретения цифровых технологий. Оно и в цифровых технологиях. И в цифровых технологиях. Конечно, конечно, в цифровых, именно зеркальных фотоаппаратах, да и не зеркальных тоже, стоит затвор такого типа, только не шторочки не резиновые, а металлические, как жалюзи. А вот скажите, а по фотографиям, которые сохранились, можно понять, какие из них были сделаны Юрковским до того, как он изобрел затвор, а какие после? На видовых карточках, я думаю, что можно. На там видовых, это имеется в виду вот на пейзажных, да? Да, вот, вот таких, на таких, вот, где, да? Где, вот посмотрите, где люди отсутствуют, а где люди присутствуют в большом количестве. То есть именно по людям. Ну, посмотрите. Ну, а самое, давайте посмотрим, мы сейчас нам покажем. Но самое главное, это по году создания. Да, вот если это после 83 года, то это с затвором. Ну, а до 82 тоже года. Тоже логично. Вот здесь будут фотографии и с людьми, и без людей. Это вот храм, не сохранившийся, лютеранская кирха. Вот это уже после 83-го, об этом говорит здание окружного суда, на ней художественный музей. Там на площади Соборной тогдашней можно увидеть и людей, и экипажи, которые четко можно рассмотреть. То есть вот создавая эту серию видовых фотографий, я думаю, что Юрковский уже применил свое изобретение. Да. Люди, да, люди. Вот Смоленский рынок. А вот его рынок, на Смоленском они рынке могли одновременно как раз это, об этом даже написано, что он снимал уже с затвором. Это вот как раз первые фотографии, такие оригинальные затвора, фотографии, да, да, это тоже Смоленский рынок, отличались. Только напротив, на этой же площади Смоленской был театр. И вот телега с сеном. Да, вот это теперь понимаете, да, что я назвал? Фотографы с гор спустились вот с этих возвышенностей и пошли по улице. Здесь, ну, смотрите, сразу стала видна вот эта вот брусчатка на переднем плане, да? То есть они спустились, для них это новое было, наверное. Четко. Может быть, сверху оно красивее, но снизу, наверное, правильнее. Да, это улица Замковая с тогдашней застройкой. И вот, опять же, возвращаясь к тому вкладу, в который внес Юрковский вот в историю города, по его фотографиям можно проследить историю как, того, как менялись некоторые улицы, здания, даже многие улицы, здания. Это улица Ленина, вот ратуша, там видна башня. Можно посмотреть, насколько она была узкая, эта улица, и какая была застройка в 80-90-е годы. Ну, это тоже узнаваемый ракурс со стороны Задвинья в сторону левого берега, с Успенским собором, и место впадения видно в Западную Двину. А вот эти фотографии, вот, которые в рамочку оформлены, они были так оформлены Юрковским? Или... Да, да, это тоже его фишка, что называется. Фирменный стиль. Да. Оборотная сторона этих фотографий чистая, там нет ничего, а вот вся красота на лицевой стороне. Да. А у нас, у вас в музее сохранилась и вот первая фотография Юрковского, да? Ну, ранняя. Самая ранняя оригинальная фотография, потому что вот то, что мы смотрели 67-й год, серию, это у нас копии, которые нам прислали из Государственного исторического музея в Москве. У них хранятся оригиналы. А вот это оригинальная фотография у нас в музее хранится с изображением улицы Замковой вот как раз в конце 60-х, начале 70-х годов. Здесь опять же мы можем видеть улицу Замковую и кусочек Замковой горы вот слева, которая на сегодняшний день не сохранилась. И как раз вот переходный момент, когда застройка менялась, деревянные здания постепенно разрушались в центре города, а на их месте возводились каменные. Вот, здесь мы видим в перспективе Николаевский собор до перестройки, до капитального ремонта. Ну, то есть такая тоже информативная фотография и одна из первых оригинальных фотографий Юрковского, оригинально хранится у нас в музее. Да. А вот скажите, то, что старые фотографии, они всегда наклеены на картон. Это не просто для красоты, это тоже какая-то техническая необходимость в этом? Конечно, они использовали бланки, которые печатались типографией с дизайном паспортов и тиснением, и на них вклеивали свои отпечатки. А вот скажите, есть у меня такая мысль, вот вы с ней согласитесь или нет, почему-то кажется, ну мне пусть кажется, что
Черно-белые фотографии, особенно вот те фотографии старые, когда продуман свет, когда продумана поза, они наиболее похожи на настоящие человеческие лица. Больше, чем наши нынешние. Ну, не совсем. Не соглашусь, да, Наталья. Не совсем так. Они, то, что они выглядят необычно, это абсолютно точно. И это из-за свойств фотоматериалов, потому что современные, вернее, прежние эмульсии, они отличаются от современных из-за того, что они весь спектр белого света воспринимали. И они не воспринимали теплый, красный часть спектра. И поэтому частично там пропадали, и это особенно на лицах. Как ужасно вы все это объясняете. Да, всю романтику испортили. Кажется же, что, ну, что такие там глаза у людей, там мысль есть, и она как-то даже прочитывается. А это потому, что люди сосредоточенно находились перед камерой, их просили несколько десятков секунд, а то и минут, внимательно смотреть, не моргая в камеру. Конечно, моргали, но одно-два моргания не повредит. Главное, чтобы не шевелили вот так. Это же был целый ритуал собраться, пойти в фотостудию, особенно если всей семьей. Все там лучшие платья, лучшую одежду, всех выстраивали определенным образом. Там старшее поколение в центре, где там дети впереди. Да. И представьте большую такую группу сфотографировать, они должны вот минуту или больше сидеть замерев. Каждый. Да. А у некоторых еще такие вилочки сзади. Держатели были, которые прятались за воротнички, за волосы, которые... Чтобы там случайно человек не двинулся, да. В кресле у дантиста почти. Ну, не зря бывали рядом и то, и другое заведение. Хотела сказать, что в то время тоже ретушировали фотографию, Наташа. Да, то есть это не то, что по желанию клиента... Фотошоп работал всегда. Да, тоже могли. У нас в городе появился некоторое время назад музей Сигизмунда Юрковского. Он пока небольшой, да, но тем не менее можно прийти, можно посмотреть, что-то можно увидеть, правильно? Да, действительно, Наталья появился, обозначился. Он сейчас не в режиме осмотра пока. Мы тщательно готовим это. Надеюсь, уверен, к лету мы подготовим его, откроем двери для зрителей. Ну да, пока он открывается периодически, там во время фестиваля или во время каких-то мероприятий. Мы там открываем двери. И в 17-м году, в год юбилея Юрковского, 185 лет его рождения, мы открыли, подготовили помещение под музей, сделали там ремонт и сделали презентацию музея. Каким он может быть, каким он вот-вот скоро будет. И там была уже представлена первая коллекция вот фотографии медалье того периода раз. И мы сделаем там множество таких сходств работы фотографа времен Юрковского. Начиная от работы фотопавильона, кабинет-портрет в стиле Юрковского, и выдача фотографий, как вот вы тоже сказали, про картонки с тиснением, с фирменным, да. И на спинке обязательно логотипчик. И на спинке обязательно. Мы его уже разработали, оно будет. Все, придется идти. Ванька меня спрашивал, хожу ли я в фотоателье, теперь пойду. И каждый желающий города или турист, гость смогут зайти. Вот, не по записи в интернете, не как сейчас дошло, а проходя по улице Толстого, зайти в ателье и сделать свой семейный или личный художественный портрет. Замечательно. Будем ждать появления вот именно этой фотостудии. Обязательно пойдем в музей, посмотрим на все, что вы можете там показать, и на фотоаппараты, и на фотографии. В краеведческий музей можно тоже сходить и посмотреть фотографии Юрковского. Но в любом случае, спасибо вам большое за то, что пришли. Время, как всегда, пробежало очень быстро. Не успели про стереофотографии поговорить. Но это говорит о том, что о Юрковском можно говорить много, и еще не одну передачу можно этому посвятить. Конечно. Обязательно. Спасибо вам большое за то, что пришли. Прямо сейчас передаем слово Александру Каринману.
выложил прикольный видос в интернет. Сейчас посмотрю, что люди написали. Наверное, всем поднял настроение. Так, что за чмо на видео? Как это развидеть? Удались из Инстаграм. Короче, походу поднял, но только не себе. Друзья, как вообще на вас влияет общественное мнение? Я думаю, что сегодня это надо обсудить. Поехали! Как всегда красивой быть? Это надо обсудить. Как кредиты погасить? Это надо обсудить. Как удачно пошутить? Это надо обсудить. В общем, быть или не быть? Это надо обсудить. Вы каждое утро выходите в прямой эфир «Радио Витебск». Так. Я тоже с вами иногда. Бывает, что в обед, бывает, что где-то в Инстаграм, бывает просто в автобусе. Говорю людям: «Добрый день, передайте за проезд». И вот я всегда переживаю, вот я осознаю и признаюсь всем, я всегда, всегда переживаю, что обо мне подумают, как на меня посмотрят, с какой интонацией. Уже звонит кто-то, да, нам в студию? Будем экспериментировать? На всякий случай нет, потому что я боюсь, там может быть какой-то... Ну, хотите, давайте, телефон из... Мы еще не начали даже обсуждать эту тему. Подождите, да, не будем поднимать, потому что не все меня так любят, чтобы поднимать любые звонки. В общем, ребят, первый вопрос для вас. Волнует ли вас общественное мнение? Что про вас скажут, что напишут в комментариях? Как вы на это реагируете? Слушай, ну, это каждого человека, я уверен, волнует, что о нем говорят. Не каждого. Вот Назаренко, посмотри, не волнует абсолютно. Смотрите, каждого волнует, но просто здесь вопрос следующим: как к этому относятся люди? Вот. Другое дело, если вот, например, как ты прям паришься, что бы о тебе ни сказали, ты это как-то переводишь. Даже если ты сам понимаешь, что про тебя что-то плохое сказали, и это неправда, ты все равно об этом волнуешься, правильно? Ну, когда лютая неправда нет, но когда конструктивная критика, конструктивная, хорошая, я все равно переживаю, потому что, блин, как же я облажался, ведь я мог сделать все правильно, ведь я мог изначально это продумать, ведь мог вот это... Да. Да, конструктивно, да, хорошо, меня правда поругали, и меня это не то, чтобы так, знаете, бодрит. Все, к новым свершениям. В следующий раз я сделаю все правильно. Нет, я начинаю, блин. Самоедством, да, да. В принципе, у меня то же самое. Это у каждого, мне кажется. Когда на тебе начинают судить, там, комментировать, да, возможно. Бывает тоже. Когда говорят про тебя, а ты даже об этом не знаешь, потом узнаешь через пятого. Ну, за спиной это нормально. За спиной это нормально. Я вот честно, я не знаю, почему я обожаю слышать про себя, если вдруг такое бывает, какие-то слухи, сплетни. Мне это очень... Почему? Вот, ты садомазохист, весело. Или? Нет, мне весело от этого, потому что я понимаю... Ну, во-первых, рядом со мной человек, который мне на 100% доверяет. То есть, да, что касается каких-то слухов, я не знаю, кто-то где-то увидел меня с кем-то, и там моей жене вопрос: а то как ты к этому относишься? Ну как, нормально. Как бы нормально, домой, свободное отношение. Домой пришел, как бы все, уже хорошо. Мой знакомый, ему позвонили его жене, сказали, что твой на машине с какой-то молодухой едет на первом сиденье. На что ей сказали: а ничего, что у нас уже дочке 17 лет? Хорошая отмазка. Короче говоря, всем нужно заводить дочку 17-летнюю, и все тогда будет хорошо. Нам только что дозвонился молодой, а может быть уже совершенно зрелый мужчина. Мы даже не успели узнать, как его зовут. Давайте познакомимся и пообщаемся в прямом эфире. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, меня Александр зовут. Ох, тут тоже два Александра. Здесь два Александра, Виталий тоже, да. Приветствую вас. Виталий. Собрались четверо мужчин, это опаснее, чем трое. Так. Ну и вот вопрос у нас, мы обсуждаем... Общественное мнение. Да, общественное мнение, насколько для вас это важно? Лично для меня, ну, наверное, важно. Так. Скажу так, очень ваше радио давно слушаю. Но. В принципе, доволен. Но если общественное мнение, можно покритиковать. Так. Кого? Кого? Наших диджеев критиковать в прямом эфире? Да вы что себе позволяете? Да вы послушайте свой тембр голоса в первую очередь. Вы сами слышите, какие вы допускаете паузы. Радиослушатели уже устали. Ни в коем случае, ни в коем случае. Александр, вы что? Не, ну, тут да, тут такую как бы три защитника. Сидит три человека, которым абсолютно безразлична любая
любая критика. Мы готовы принимать любые удары судьбы, любые вообще оскорбления. Что уж там говорить от радиослушателей. Нет, такое, нет, такое мы не ожидали. Александр, нам важно каждое, конечно, мнение каждого нашего радиослушателя. Конечно, хорошим быть для всех невозможно. И если как бы из 100 человек один говорит, что мне не нравится, это всего лишь 1%. Кстати, это нормально? Это нормально. Нет, это нормально. Это если вы даже хотите покритиковать радио в прямом эфире радио, пожалуйста, звоните на любую радиостанцию, кроме нашей. Пожалуйста. Вот, очень-очень хорошая позиция. Мне нравится, когда мы даем возможность высказать, пожалуйста, да, да. И не закрываем рот даже. Вот так мы и не перебиваем ничего. Нет, да. Ребята, вас слушаю давно и достаточно, скажем так, нравится. И даже если шутка такая на грани, то вы с достоинством выходите из этой ситуации. Вот, спасибо. Что мы и хотели слышать. Красиво, с достоинством. Александр, спасибо вам большое. Хорошего дня. Мы вам хотим пожелать от всей нашей радиостанции. Спасибо. 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 Продолжаем обсуждать, да? Да. Как бы общественное мнение. Ну что, ребята, не важно вам общественное мнение. Все равно вам то, что про вас думают люди. Вот мнение, вот я сейчас поеду домой, думать буду всю дорогу. Всю что дорогу. Ж там, что ж там, во-первых, я еду посреди рабочего дня домой. Нет, ну, есть, мы же от чистого сердца, от всей души, если что-то не получается, ну, мы тоже переживаем от этого. А есть люди, которые, ну, им действительно, они просто эгоистично относятся к себе и к деньгам, и ко всему. Почему нельзя, к деньгам и ко всему, почему нельзя вот прям на абсолютно любой комментарий, критику воспринимать всерьез, потому что сейчас 21 век, время хейтеров, я думаю, все знают, что это такое. Людей, которые просто могут на ровном месте для того, чтобы как-то выделиться из... Самим да, выделиться из толпы, начинают там разные очень плохие вещи писать, чтобы обратили внимание на, именно конкретно на их комментарии, ну и, следовательно, на них. Вот. Всегда критика должна быть конструктивной, и я всю жизнь любил это дело. Может быть, не совсем так, как ты, я начинаю самоедством заниматься, да, Саш, типа там анализировать. Ну, анализировать это точно, вот, всегда у меня есть анализ. В любом случае, я хочу сказать всем критикам, когда вы пишете хейт, комментарии, которые людей могут расстроить необоснованно, знайте о том, что все по-разному это воспринимают, и действительно можно каким-то безобидным негативным комментарием принести большой вред человеку, потому что все по-разному действительно могут очень глубоко расстроиться. Особенно и... творческие люди очень, да, они ранимы, да, к этому, да, ко всему. Художника может обидеть каждый, конечно. Конечно. Любой комментарий, абсолютно. Ну, вообще, всем хотим сказать, чтобы вы держались, никогда не брали в голову лишнего и никогда не замечали такую, знаете, во-первых, не конструктивную критику, а конструктивную применяли как-то с пользой и принимали к сведению. Это надо обсудить. Друзья, будьте добрее. Ну, по крайней мере, ко мне. Сегодня все, пока. Ну, действительно, сейчас, выкладывая какую-нибудь фотографию в интернет, нужно готовиться к тому, что могут написать все, что угодно там. Поэтому нужно доводить до совершенства, не знаю, там, свой взгляд, свой наряд. Все и должно быть идеально. И даже свою выдержку. Абсолютно. Но главное, что ведь ничего не изменилось. Как раньше все хотели хорошо выглядеть на фотографиях, да, так, впрочем, и сейчас, чтобы не стыдно было людям показать. Видишь, и оказывается, мысль в глазах — это не только по-настоящему мысль в глазах, но еще и мастерство художника, и всяких там химических и физических свойств. В общем, поговорили мы сегодня о фотографии, поговорили как могли. Мне кажется, узнали, ну, больше, наверное, чем вообще до этого, в принципе, знали о фотографии. Надеемся, вам тоже было полезно. Нам остается только попрощаться и представить музыкальный номер. Да, главное, что, конечно, мы еще рассказали о Сигизмунде Юрковском, человеке, который, безусловно, для нашего города огромная фигура, огромной величины. Хотели очень поздравить наш Витебский областной краеведческий музей с тем, что вот буквально на днях ему исполнился уже 101 год, первое столетие разменяли. И у нас на очереди наши музыкальные гости – это образцовая студия «Альтанка». Нескучного вечера и пока. До свидания.
наступает май, заплетую зарю, не насного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль.